Всім привіт! Я Юлія Шелецько та мій незмінний кавалер Вовасик. Знову вийшли на зіркове полювання. Чого тільки не замовляють закордонні зірки. Мадонна – одноразові унітази, Ромі Вільямс – живу мавпочку, Емінем – ставок з карпами прямо за сценою. Подивимося, а що криється в райдерах наших артистів. Та без яких умов наші золотенькі на сцену не виходять. Ходімо вже швидше та дізнаємося. Одразу ж хочу поговорити з тою, хто точно знає райдери підопічних та самого Потапа. Ірочка, привіт! Привіт, дорога! Ти нас помниш звала? Звісно, я помню. Хто твій джентльмен сьогодні? Це мій прекрасний син Андрій. Запам'ятайте це юне обличчя. Можливо, за ним майбутнє нашої естради. Привіт! Здравствуйте! А покажи, який в тебе крутий чехол. Прекрасний маленький ручки. Ти фанат свого татуся? Так. А я бачу, він все на стилі. Іди біги к папі, іди. Скажи, будь ласка, який райдер у зірок, яких ти продюсуєш? Абсолютно нормальний, без каких-нибудь коврових дорожок, розових лімузинів. Може, хтось хоче, от там, щоб було, не знаю, фуагра була, от любить фуагру. Ні, вони всі на дієті зараз, тому вони п'ють водичку. Ми навіть обрали коньяк з райдера. Вот. Но, звісно, ми любимо комфорт, і це віп-зали, і самоліт. І бізнес-клас. Іро, а в мене інша інформація. Бо ми бачили з вашого райдеру, що 2 бізнес-класи, а 9 в економіку. Кого ви так не любите? Ні, ми всіх любимо, але просто, як правило, в бізнес-класі літають тільки солісти. От такої. Зрозуміло, чого всі хочуть бути зіркою. Але я знаю, що крутіше – це бути продюсером. А може дружиною Потапа? Хоч би й екс. Я бачила, який в тебе автомобіль. Такі не можуть собі дозволити. Ой, що ти? Навіть депутати. Я ловила таксі і остановилась машина. Так я тобі повірила. До речі, біля Іри вдало зупинилася Ауді. Та, що з останніх моделей. Ми з Вовасиком чули, що коштує така від 2,5 до майже 5 мільйонів гривень. Слухай, це, мабуть, відступні від Потапа. Ні, там відступних від Потапа у мене немає, тому що ми з ним партнери і ми заробляємо вместе. А ось і сама підопічна Потапа. Мішель Андраде. Привіт! Скажи, будь ласка, у всіх зірок є райдер. Який райдер є у тебе? Смотрите, так как я еще выступаю только с мозгами, с одной песней. Esto del amor nunca termina, es fuego eterno. И пока что у меня нет такового райдера. Но главное, что было полезно, водичка, что-то, какие-то покушать. Ой, бачу, Іра не збрехала. Мабуть, дієта так і дається в знаки. Головне, щоб їда була, да? Їда. Багато їди. Зірки у Потапа працюють за їжу. А от для команди Депішмот готує персональний кухар. І у їх райдер входять аж 12 холодильників для їжі. Помадор Лопес. Десь я бачила цей піджачок. Привіт! О май гад! Привіт! Привіт, мій гроші! Я бачу, що ти в тому самому. Була понюхай постірану чи ні? Понюхай. Я вже поняв, що це трин цього року. Своїм незмінним светром і джинсами виділявся Стів Джобс. Цікаво, а в тебе, Амадор, це тренд чи економія? Ми всі гроші вкладаємо в творчість, тому не вистачає, розумієш, на дорогі вбрання, на декілька піджаків. Слухай, Амадорчик, скажи, будь ласка, що найважливіше у твоєму райдері? Ну, у нас нічого, в принципі, сложного не треба, але обов'язково завжди повинні бути маракаси. Маракаси? Да. Нащо? Для того, щоб веселити друг друга перед виходом. Що треба зробити для цього? Руски в сторону і маракаси. Ну що ж, повеселилися. Час продовжувати полювання. Йдемо далі. А ось і Юлічка, яка шокувала всіх на шоу «Супермодель по-українськи». Я транссексуалка. Я не розуміла, чому всі дівчатки йдуть в школу в платьицях з пальчиками, а я йду в брючках. Юлічка, привіт! Привіт, привіт. Знайомся, це Вовочка. Боже, яка красотка. Ючик, що ти сьогодні вдягнута, розкажи. Значить, розказуй. Потрапана куртка.
Куртка за 40 гривен. Секонд-хенд? Секонд-хенд. Тебе треба до нас в рубрику. Дивіться, як круто дивиться за 40 рублей. Ну, тільки Юля не соромиться називати ціни. Ви знаєте, многие думають, що у мене якісь хахалі є, але я дуже сильно і багато упорно працюю. Ютуб. Всім привіт і добро пожаловать на мій канал. Юлечка, скажи, будь ласка, в тебе є свій райдер? Це хто? Ну, ти знаєш, наприклад, Мадонна просить, щоб її гримерку прибирали від ДНК, там очищали все. Щось типа такого. Ні, я не Мадонна, так що я цим не пользуюсь. Ні, спасибо. Ти готова їхати в маршрутці, їхати в залу? Я взагалі-то їжджу в маршрутках і в метро, і хожу пішком, і взагалі веду нормальний образ життя. У мене нету корони. Я простая. О, ти народна дівчина. Йдемо далі. Кого я бачу? Пам'ятаю співочу кар'єру Дмитра Гордона. Это было, было, было. Та про райдер, мабуть, питати не стану. Хочу сімейних секретиків. Бувасику треба рознюхати. Давай. Добрий день. Скажіть, будь ласка, в чому ви сьогодні прийшли? У вас такі макасині круті. Дружина мені дарує речі різні, одягає мене. Скільки коштує наряд вашого чоловіка? Поняття не маю, я не пам'ятаю. Я прошу її, щоб вона купувала мені дорогі речі, бо вона багатша за мене. А звідки такі гроші? Треба вміти заробляти. А як ви заробляєте? Розкажіть, мені дуже цікаво. Я думаю, так, як і ви. Я заробляю ротом. А ви? Як? Ну я ж говорю ротом. А я руками. Я ж пишу. Вона журналістка, вона пише. А що ви даруєте вашій дружині? Я нічого не дарую, бо в неї все є. За що ви любите вашого чоловіка? Все йому купуєте. За красоту, за талант, за ум. Ну як його можна не любити? Посмотрите. О, Кіше. Добрий день. Привіт. Як вас справи? Та чудовий. Кіше, в тебе є райдер? Да. Розкажи. Одна із головних речей, яка має бути, це гримерка. Ну що, ти не хочеш якісь бутербродики, фуагру, ікру, що-нібудь, шампанське? Фруктова нарізка, м'ясна нарізка, водички багато, не холодної, без газу, багато полотенець. От у кого по-справжньому багато рушників в райдері, то це у Робі Вільямса. Аж 280 штук. Так що це не новина? Чим ще здивуєш? Пляшка сухого вина – це для танцорів. І пляшка віскі обов'язково. Кіше, ти як гітарист із Скорпіонс. Вони також беруть по пляшці віскі для себе. Ти п'єш перед концертом? Я п'ю після концерту. До концерту я не вживаю жодної речовини, тільки чай, мед і воду. Кого не зустрінеш на київських тусівках? Привіт! Мене звати Юля Шелудько, це Вовасик. Я вас впізнала. І так, зустрічаємо. Єлена Волк. Ви приймали участь у битві б'юті-блогерів. Розкажіть про себе ще. Зараз я знаходжуся на пляже. Тобто я відкривала цей пляж. Я взагалі дуже люблю танцювати, тому я люблю цей клуб. Тут можна танцювати днем. А взагалі я ходжу в ночні клуби. І мені в цьому році буде 70 років. 70 років? Я круче всіх. Я можу любого заплатити. Покажіть мені. Як треба? Треба рухатися, щоб одним рухом покорити мужчину. Давайте вместе. А що це, в рози новий кавалер? Серега? Нічого собі! Ну тут же не до райдерів. Привіт! Привіт! А чого ви разом? Ми прийшли попробувати прощі коктейлі. Слухайте, ви такі круті, так вкусно пляшете. Я в домашньому. Угу, точно, в домашньому. Мабуть, і спиш так. Це кльова морська свинка. Це Вова. Вова? Так. З Львова? Так. Він хоче таку штучку, як у вас. Називається лондонський воротник. Де бар, покажи. Нехай-нехай вип'ю свої коктейльчики. А Розу я ще знайду. Привіт. Привіт. Сьогодні такий недавно.
твоєї машини вибили дзеркало. Там... Дзеркало від Мерседеса. Скажи, в якому районі це було, щоб я там не паркувалася? Це було на Оболоні. Я живу на Оболоні. Тобто ти піймав ти сподіїв? Ні, на жаль, не піймав, довелося купувати нове дороге дзеркало. Дороге? Це м'яко сказано. 8 тисяч гривень. Страшно уявити, скільки віддав за Мерседес. Це ти як ведучий на таку автівку назбирав? Я знаю, що ти працюєш на весіллях, який твій гонорар? От якби я хотіла тобі замовити тебе? Наприклад, собака, сукня, взуття. 3 тисячі? Приблизно там, в таких районах. Окей. А ось і Роза, саме час все рознюхати. Ходімо, Бабасику. Ти сьогодні прийшла з мужчиною чужим. А хто сказав, що він чужой? Що за фігня? Що проїздить? Давай, покажи, як ти звабиш чоловіків. Це ти так звабила Серегу? А вот уже нужно тщательно скрывать, особенно от таких, как ты, Юля. Хорошо. Ну що ж, Бабасику, натеревенькались, напліткувались, повіджигали. Ти взагалі собі пару знайшов. Вони всі під мене косять, гляньте на мене. А зараз час останнього селфі на сьогодні. Вы очень хотите съесть кусочек торта, но отказываете себе, чтобы это не отложилось на боках? Можете расслабиться, потому что прямо сейчас вы узнаете прекрасный рецепт вкуснейшего летнего десерта с сезонными ягодами. Он точно не навредит вашей фигуре. Впервые у меня в гостях Анна Запорожская. Ганна Запорізька – популярна мама-відеоблогер. Швидко скинула зайву вагу після пологів, адже вона знає, що їсти, аби мати омріяну фігуру. У своєму фудблозі Ганна пропонує страви не тільки дієтичні, але й смачні. Тисячі жінок вдячні блогерці за низькокалорійні рецепти, якими можна урізноманітнити сімейне меню. І так, помимо обещаного десерта, у нас тут ще дуже багато тих десертів, які ми привикли їсти. І, кстати, навіть і побаїваємося. Чому ти з ними прийшла? Я пришла с этими десертами, чтобы наши зрители угадали, какой из этих десертов самый низкокалорийный. Ну что ж, у нас есть 3 торта разных размеров. Первый весит 800 граммов, второй 1100 и третий 1500 граммов. Пожалуйста, голосуем. За торт номер 1 проголосовали 93% зрителей. За торт номер 2 – 5%. И только 2% решили, что торт номер 3 наименее калорийный. А на самом деле... Вот он, мой десерт. И он очень-очень-очень низкокалорийный. Слушайте, это невероятно! Мы с вами ошиблись. Я тоже подумала, он так шикарно выглядит. Наверняка там куча калорий. Это бисквит? А мы сейчас разрежем, и вы посмотрите, что внутри, и поймете, почему он низкокалорийный. Сейчас мы разгадаем секрет этого торта. Ой, как красиво! Такие слои есть. Слои – это дыня и арбуз, а между – это низкокалорийный крем. Он состоит из творога, сметана и цедры лимона. И 1 грамм ванилина. Браво! Иногда само словосочетание «низкокалорийный десерт» вызывает уже какое-то разочарование и грусть. Думаешь, ну, он, наверное, не будет вкусным. Но этот выглядит очень аппетитно. Что значит низкокалорийный? Сколько же тут калорий в одной порции 100-граммовой? В одном кусочке 50 калорий. И в тех тортиках гораздо больше. 250, 350. То есть вместо одного кусочка первого десерта по калорийности можно съесть 5 кусочков нашего летнего тортика. А вместо кусочка десерта номер 2 целых 8. Невероятно! Решено. Будем его готовить. Для начала мы делаем крем. Берем творог, естественно, низкокалорийный. Также нежирная сметана. А это желейный же торт получается, да? Да, конечно. Угу. Тогда, может быть, лучше убрать в холодильник, чтобы желе не подтаяло. Логично. Спасибо, Надя. Потом мы тебя съедим, конечно. А вы мне не поможете, Надечка? Мне нужна цедра лимона. Это я могу. Аня, я знаю, что после беременности за 3 месяца ты смогла похудеть на 9 килограммов.
и продолжаешь удерживать этот вес. Поэтому сложно поверить, что ты регулярно пробуешь, даже хотя бы пробуешь все десерты, которые ты готовишь. Я не только пробую, я регулярно их ем. Ты такая стройненькая, как тебе это удается? У меня есть определенные хитрости, секретики, и я с вами сегодня поделюсь. Добавляем цедру. Теперь мы это все взбиваем до состояния воздушного крема. Отлично, но это только часть. И следующий этап, я так понимаю, работа с дыней и с арбузом. Самое интересное. И пока ты с ними управляешься, я выложу крем и отправлю его в холодильник. Правильно? Правильно. Спасибо. А сколько арбуза нам понадобится на такое количество десерта? Половинку. Арбуз мы можем порезать кусочками и перемолоть в блендере, или можем убрать косточки через сито. Кому как удобно. Угу. А дыню тоже чистить, да? Да. И тоже режем на кусочки. Хорошо. Ты говорила, что у тебя есть секреты, и ты их раскроешь. По утрам я рекомендую пить воду 1 стаканчик. На самом деле это очень здорово, помогает нашему пищеварению, нашему кишечнику. Соответственно, мы не поправляемся. Кто тебе помогает вести твой блог? Моя дочь, мой сын. Мы все делаем вместе. То есть муж участвует в создании блога? За кадром. Он помогает морально. Это очень важно. Еще есть секретики? Я, например, свои десерты ем исключительно только в будние дни. Много двигаешься, бегаешь, много дел. А на выходной хочется полежать на диване, ничего не делать. Ну или в тот день, когда вы точно знаете, что у вас будет физическая нагрузка. У всех же по-разному, да? Готовится этот десерт очень быстро. Мы уже сделали сок с арбуза. Сейчас будем делать сок из дыни. Насадка «Кухонный комбайн» нашей кухонной машине с легкостью поможет измельчить и арбуз, и дыню до нужной консистенции без усилий с нашей стороны. А скажи, как тебе пришло в голову создать свой блог? Когда я была беременная вторым малышом, я собирала сумки в роддом, я решила собрать вещи, сложила их все на кровати и думаю, посмотрю, что я купила, что нет. И у меня возникла такая идея, что не помочь ли мне также девочкам, потому что каждая беременная мама, когда собирает сумки в роддом, она обязательно смотрит такое видео, ничего ли она не забыла, потому что для нее это очень трепетно. И это было первое мое видео. Ну и как-то оно пошло-поехало. Идеально! Получилось очень быстро дынное пюре. Включаем печку. Что может быть лучше, когда твои друзья и близкие вместе за одним столом? Разве что возможность приготовить угощение за час до прихода гостей. И в этом мне хорошо помогает современная техника для кухни. Выливаем арбузный сок и высыпаем желатин. Половинку в дыню и половинку в арбуз. Помешиваем, но не доводим до кипения. Прогреваем сок с желатином до полного его растворения. И получается у нас арбузное желе. Берем формочку, выливаем наш арбузик, промываю. Не дай бог, если несколько молекул арбуза попадут в дыню. Это привычка. И сейчас мы то же самое делаем с дыней. Выливаем нашу мякоть в кастрюлю, ставим на огонь, высыпаем желатин, помешивая, не доводим до кипения, чтобы растворились все крупинки. Прогреваем сок с желатином до полного его растворения. Сок дыни тоже готов. Кстати, при выключении варочной поверхности специальный датчик остаточного тепла предупреждает, что конфорка еще горячая. Это поможет нам не обжечься. И мы выливаем формочки и ставим в холодильник на 2-3 часа. Можно я сделаю с арбузом это? Сколько у нас должно получиться? Две формочки, на половинку разделяем. Угу. Мы видели с вами там 2 слоя розовеньких и 2 светлых. А я уже принесла готовые, чтобы не ждали, а так надо 2-3 часа. Спасибо, что ты подготовилась заранее. Вот. Красота! Идеально! И теперь мы будем выкладывать слоями и перемазывать кремом. Сначала выкладываем красный слой, потом желтый, красный, желтый. И перемазываем все кремом. Снаружи тоже обмазываем кремом и декорируем любыми сезонными фруктами. Также очень красиво будет, если обмазать все хлопьями. Анна формирует десерт, а я напомню рецепт. Для приготовления возьмите дыню, арбуз, желатин, творог, сметану, ванилин, лимонную цедру. Арбуз и дыню отдельно измельчите. В
полученную массу добавьте предварительно замоченный желатин, нагрейте до растворения желатина, не доводя до кипения. Разлейте в круглые формы, оставьте в холодильнике на 2-3 часа. Для творожного крема взбейте творог, сметану, ваниль и лимонную цедру. Оставьте на 30 минут в холодильнике. Застывшие арбузные дынные желейные круги положите на сервировочное блюдо и обмажьте кремом. Верх торта украсьте сезонными фруктами и ягодами. Пришло время не только насладиться изысканным внешним видом, но и вкусом этого десерта. Я, конечно, помню рецепт. Сахара там вообще нет. Поэтому немножечко я сомневаюсь. Вкуснота. Мои сомнения были абсолютно напрасны. Здесь не нужно сахара. Потому что нежная сладость арбуза и дыни придают такой изысканный вкус этому десерту. И он очень-очень-очень низкокалорийный. Полезный, вкусный, готовить легко. Фигуре не вредит. Сплошное удовольствие. Наслаждаемся летом. Боже, да. Нос с горбинкой и морщинки под глазами. Вы тоже, когда смотрите в зеркало, видите в себе только недостатки? Оказывается, то, из-за чего мы комплексуем, может очень даже нравиться мужчинам. И сегодня у меня в гостях люди, которые это докажут. Дмитрий Калиденко, Сергей Калинин и Григорий Ермолин. Спасибо огромное, что пришли. Ведь это действительно настоящая проблема для женщин. Чего мы только с собой не делаем, чтобы мужчинам понравиться. А как выясняется, это может быть ошибочным мнением. Мужчины готовы сегодня сделать громкое заявление. Да, Наненька, абсолютно верно. Сегодня мы тут собрались коллективно, да, чтобы рассказать женщинам, насколько они ошибаются. И наши примеры и доводы им даже понравятся. Сегодня все женщины и девушки будут в шоке, потому что мы, наконец, расскажем, что хорошо, а что такое плохо. Мы с ребятами обсуждали уже столько раз темы касательно женской красоты, и до сих пор остались все темы, которые стоит обсудить. Ну, конечно, ведь как выясняется, да мы и сами это знаем, что мы, женщины, выискиваем в себе недостатки, да, которые мужчины порой даже не замечают. Абсолютно верно. Мы с ребятами набросали топ-5 и... Пятый в нашем списке, пятая ошибка или пятое мнение женщин – это следы от загара на теле. А следы от незагара, после купальника, который остается. Точно! Боже, на что мы только не идем для того, чтобы не было видно этих незагорелых участков. Мы и тут расстегиваем, и тут приспускаем. Это бывает на пляже неудобно, но всегда найдется какой-то подлый кусочек белого тельца, который доказывает, что мы не идеальны и не везде загорелые. Наденька, у меня в связи с этим есть история. Печальное. Лето, отдых. Я и молодая красивая девушка приезжаем в теплую жаркую страну. Пляж, море. Что еще надо? Ну. Но проходит день второй, и у нас начинаются проблемы. Она просто стесняется при мне раздеваться. До отдыха не стеснялась, во время отдыха начинает стесняться. Я не понимаю, что происходит. И вот так весь отдых и прошел. И причину она мне рассказала уже по пути обратно. Она стеснялась вот этого самого неравномерного загара, и то, что некоторые места будут белые, а тело уже загорелое. Это испортило отдых, это испортило наши отношения. Она хотела быть совершенной для тебя, Гриша. Боже, мне кажется, это такое счастье, когда есть загорелые кусочки тела. Это так секси, это так возбуждает, Гриша. Она совершенно не права. Я с тобой согласен, те самые незагорелые участки, они скрыты от всех, и только ты можешь их видеть, и трогать тоже можешь. А женщины думают, что это плохо. Это прекрасно, не думайте так. А я своей говорю, снимай верх, и все, и она снимает. Когда загорает? Да. Так что же, она кладет ракушки? Звездочки. А я вам скажу честно, что голливудские актрисы, которые выходят на красную дорожку, в этом году ввели тренд. Да. И с этого года многие артистки одевают коктейльное платье, и прямо здесь видно шлеечки от купальника. Загорелое тело, красивое платье и незагорелые кусочки тела. Надя, это они специально так? Да, они ввели это тренд 2017 года. Я что же нам тогда переживать? Я вообще так не понимаю, что переживаете. Так и не надо переживать. Это сексуально, это красиво. В любом случае, не надо переживать, есть следы, нет следов. Это настолько несущественно для того, чтобы отношения поддерживать. Я вообще не вижу проблемы. Вот, а если бы моя жена, ну вдруг она бы сказала, Дима, можно я поеду сама на курорт? И если бы она приехала
без этих кусочков. Вот это было ужасно. Засада. Вот это была харакири, и это были испорченные вечера Димы Калиденко. Ты бы мог заподозрить, что она с Калининым отдыхала, и он ее уговорил. Были бы разборки. Нет, я люблю, когда женщина выглядит достойно. Вот загорелая ручка, вот шлечки от лифчика, от трусичков, любой, который ты хочешь, тоненький, широкий. Дима, рассказывай, это я представляю. Понимаете, мне не по себе сейчас. Это же супер. Совершенно зря твоя девушка переживала. Моя бывшая девушка. А вот, да, вот переживалась, так. Да. Да не показывалась. Так, очень оптимистичное начало, кстати. Вообще. Я довольна, вы избавили нас от этого переживания. Теперь как хочу, так и загораю, да. А потом как хочу, так, да, и ношу абсолютно верхнюю одежду. А я еще дополню, Наденька, давай, что я, и сейчас опять тренды для мужчины снимать майки. Здесь загорелые руки, а здесь майка не загорелая. А это называлось колхозный раньше... Колхозный загар. Да, колхозный загар. А теперь, да, мода докатилась. Да. Я в тренде. Понимаете, уже долгие годы. Я не знал этого. Ты впереди моды бежишь. Я впереди моды шел, да. Ну, в общем, с этим мы разобрались. Загар нормально, можно оставлять белые места. Следующий в нашем топе, следующая якобы проблема, это нос с горбинкой. И смотрите, я так и знала, что это проблема. Нет. Наденька, нет. Смотри. Да нет. Псевдо-проблема. Это псевдо? Да. Конечно. Слушай, ну у меня, как всегда, печальная история и на эту тему. А ты потому что имеешь богатый опыт общения. Поэтому у него все девушки бывшие. Ну да. И вот почему он не женат. Слушайте, была у меня одна девушка. И она почему-то думала, что у нее нос с горбинкой. Так. Ну, думала так только она. Я ни в коем случае так не думал. Но насколько она парилась этой проблемой, когда мы выбирали для нее солнцезащитные очки, она не выбирала их по типу лица или по красоте. Она выбирала их так, чтобы можно было носить, чтобы прикрывать горбинку. Ну, может, у нее была горбинка. Это нормальная анатомическая особенность. Ничего страшного. Как мы заговорили, научный подход тут не спасает. Это благородный профиль. Очень часто. Говорите, говорите. Давайте вспомним Древнюю Грецию, да, древнегреческих богинь. Если мы посмотрим на их профиль, угу, в любом, там, в искусстве, в живописи, у них у всех был нос с горбинкой. И что, они от этого не были богинями? Богини. Богини. А я вам расскажу про свою богиню. Ирина Билык когда-то, да, захотела, значит, сделать себе красивый, правильный нос. Ну, ты красивая женщина. Нет, у меня большой нос. Я говорю, я люблю носатых женщин. Я люблю твой клюв. Она, нет, я хочу его исправить. Она записывается к пластическому хирургу. Боже, и в день операции она встает и говорит, Дима, я как умылась святой водой. Я не буду делать пластику. Я говорю, молодец, но почему ты поменяла свое мнение? Она говорит, если я удалю эту горбинку, я уже буду не Ириной Билык. Конечно, утратит индивидуальность. Да. А мне в этом смысле, я всю жизнь с таким носом достаточно большим прожила. Был один мужчина, который шикарно сказал, нос большой, но симпатичный. И я так себя хорошо почувствовала. А что касается известных женщин, по-моему, среди них сейчас носатые есть. Ума Турман, ну? Леди Гага, которая, кстати, сделала операцию лица и все такое, но нос она не трогала. Угу. А бывает, если еще неудачно сделают, там вообще труба. Да вообще не надо его трогать. Не надо трогать. Девочки, его не надо. Когда-нибудь кто-нибудь слышал из женщин, что мужчина, я ухожу от тебя, у тебя нос с горбинкой. Женщина всегда хочет стремиться к совершенству. А совершенства не бывает. Поэтому, не бывает, может быть, есть какие-то там, не знаю, клинические случаи, но в 99% это надуманная проблема. Вывод. Нос с горбинкой – это круто, вы греческая богиня. О, спасибо. Это уже становится действительно интересным. Что же вы там дальше обнаружили? Третье место. Серединка. Морщинки небольшие, мимические, в зоне вокруг глаз – и в носогубной зоне. Особенно же сейчас, когда ясно, что это все можно поубирать. А я сразу вспомнил Камерон Диас. Ей такой этот шарм придает. Очень клево. Сереж, а я вспомнил. История истерично смешная. В новой компании меня пригласили. Мы вечером гуляем в ресторане, общаемся. И заприметил я красивую девушку. Угу. Ну, красивая, интересная. Но как-то странно реагирует на шутки. Ну или не реагирует, понимаешь? Я догадался. Наденька, абсолютно верно. Причем и когда она говорит, она так... А я думаю, что-то не то, как ботокс. Может, зубов не нужно? Да. В конце вечера оказалось, как она сама сказала, я забочусь о своем лице, угу, чтобы не было складочек, я молчу. Боже, как с ней скучно, какой кошмар. Я знаю массу таких женщин, которые сделали пластики, что-то там вкалывают, но исчезает полностью мимика. Непонятно, чего она плачет, да, чего да, она да, смеется. Но я недавно был в Милане, прилетел и сделал вывод, что на всех рекламах женщин, и, кстати, и мужчины, да, с морщинками.
Натурель. Да? Сейчас не вся Европа удалить. За натурель. Да, 100%. Даже не чистят фотошопом вот эти вот складочки, морщиночки. Это круто считается? Ну, подождите, это мы говорим о трендах. А вот мужчина как воспринимает? Небольшие мимические морщинки вот здесь и под глазами – это признак того, что женщина любит смеяться. Веселая. И она веселая, понимаешь? А кому понравится ровная женщина, заточенная, которая так привет. Без эмоций. Красота может быть не только внешняя, но и внутренняя. Наш мужской вывод – не в морщинах счастье. Морщинитесь на здоровье, мужчинам это нравится. Номер два, по нашему общему мнению, это пузико. Животик, называйте как хотите. Та часть тела, которую девушки стесняются. И часто необоснованно. Конечно, ведь сейчас тренд. Плоский пресс, кто кубики. Кто сказал? Тренд – это значит, кто-то выдумал, а все сказали: да, пойдем в спортзал. Но если вы сейчас скажете, что это с точки зрения мужчин не обязательно, я просто буду аплодировать стоя, потому что нельзя у женщины отнимать то, что от природы ей дано. Если мы вспомним одни из самых красивых девушек в мире, это которые участвуют в Victoria's Secret шоу, вот это вот ангелы, у них всех вот есть круглые такие аккуратные пузики. Это красиво. А доска стиральная – это некрасиво. Я когда-то был на международном фестивале восточного танца, называется «Билли Дэнс». Это восточный танец, и женщины в паранджах танцуют животом. Слушайте, я сидел и вот так вот смотрел только в одну точку, на их животе, как он влево, вправо, как это сексуально. И вспомнил свою девушку, у меня когда-то была балерина, она была худющая, с плоским животом, а я себя чувствовал колобком. Так у меня был комплекс. Я люблю, когда оно, знаешь, мягенько, комфортно, тепленько, уютненько. Где же тогда граница между вот этим прекрасным пузиком и уже жирком, который раздражает мужчину? Хорошо, душу в меру. Золотая середина всегда хороша. Когда у женщины легкий есть животик, и нам спокойнее, не надо идти в спортзал. А, это для того, чтобы вы комплекс не... Можно и покушать жареной картошки, и нам тогда легче жить. Так, мужчины дают поблажки себе, а заодно и нам. И самое главное, это натурально. Не искусственно создано ночами и днями в спортзале протеинами и сверхнагрузками. Это нормально для людей. Ну, а у нас топ-5, значит, сейчас... Топ-топ. Номер 1. Итак, первое место. Самое главное... Большое женское заблуждение это, что у меня, у нее маленькая грудь. Точно. В нашем топе, среди опрошенных знакомых, больше всего женщин заблуждается именно в этом вопросе. Они думают, что у них маленькая грудь. Нет, они не думают, что у них маленькая грудь. Они знают, что у них маленькая грудь. А количество разговоров мужчин о сиськах свидетельствует о том, что чем больше этого у женщины, тем это больше мужчинам нравится. Нет. Это неправда. Это неправда. Нет, знаешь, ты сейчас как-то вяз. Ну, это неправда. Это неправда. Самое страшное, вот для меня, вот честно, я открою тайну. Я когда-то попробовал искусственную грудь, силикон. Я понял, что это камни. Мало того, еще это... Ай, не трогай, больно! Ай! Ребята... Камни вставили, может быть. Ребята, это самое страшное. Если вспомнить там давние мои молодые годы, то была девушка, которая наотрез отказывалась снимать вверх по причине того, что ей казалось, что природа ее обделила, как говорят, да? Она потом сделала себе грудь, и я считаю, что ей стало хуже. Серьезно. А я еще читал статью, что Анна Семенович, которая сделала себе 6-й размер груди, сейчас уже хочет назад вернуть свою грудь, убрать силикон из себя. Откат хочет сделать. И все голливудские хотят убирать силикон уже из груди. Это уже никому не нравится. Это называется силиконовая долина. Знаете? Мода прошла. Не настоящая. Мода прошла, все. Сережа, аналогичная история была у меня. Девушка, вечер, собственно, интимная сцена, да, но она не снимает, у нее короткий такой топ, она его не снимает, и мне запрещает снимать. Я что же они не хотят все раздеваться? Не да, понял. С купальником и это. Комплекс. Ты неубедительный какой-то. А свет выключал? Надо было свет выключить. Я в чем дело? Нет, я не могу. Нет, я не могу, я не могу, не могу. Так, господи, почему? У меня грудь сильно похудела. Ну все, вы поняли, да? Ни о каком, продолжении речи быть не может. Потому что если смотреть нельзя, то трогать тем более. Так это печально, зачем мы тогда встретились? Ну, правда. Где грудь? Смысл в отношениях. Я за натурель. Пусть все женщины будут без силикона, без пластик, без уколов. Пластические хирурги нас сейчас вспомнили не злым тихим словом. Да, они разорятся. И да. Пугай. То я сфоткать эти не показать. Друзья, в общем, вывод таков. Если женщине удобно и комфортно с таким телом, индивидуальным, значит, и мужчине, который рядом с ней, будет комфортно и удобно с такой женщиной. А здесь и обратная зависимость есть. Да. Если мужчина рядом с женщиной
относится к ней с уважением и любовью, независимо от индивидуальных особенностей ее тела, тогда она в конце концов расслабится, особенно после нашей сегодняшней встречи, и будет жить счастливо, долго, в своей естественной красоте. У спекотні дні шкіра постійно блищить. Позбутися цієї проблеми допоможе домашній матуючий крем. До речі, він у 7 разів дешевший, ніж магазини, стверджує моя подруга, косметолог Ольга Метельська. А перевірила ефективність цього засобу чарівна телеведуча Лілія Ребрік. Зустрічайте! Я не можу повірити, дивлячись на тебе, моя Люба, що ти стикнулася з цією проблемою. Я думаю, що кожна жінка стикається з цією проблемою, особливо влітку. У мене дуже завжди інтенсивний графік роботи. Це і зйомки програм, це і зйомки кіно. Ну і літо – це сезон весіль. І інколи мене запрошують як ведучу. Сонце надзвичайно пекуче, а шкіра не дихає. Справді, це як маска, яка блищить. Як я вже зараз зрозуміла, що це проблема, яку можна легко вирішити. Вирішити. Слухай, а ти намагалася якось вирішити самотужки без Оліної допомоги? Ну як самотужки? Якісь матуючі креми. Купувала, ти купуєш, так? Та, ти експериментуєш. Ага, цей крем не впорався. Цей за дорогий. А тут пудра краще впоралась, але влітку, знову ж таки, дуже не хочеться ходити з маскою пудри. Mm-hmm. Мені здається, що абсолютно вірний шлях до вирішення цієї проблеми, щоб знайти крем, який буде матуючий і який впорається з цією проблемою. Зараз ви дізнаєтеся, у якому експерименті завдяки Олі взяла участь Лілія Ребрік. Вона робила таке, увага на екран. Ну, нарешті ми з Андрієм дісталися пляжу, і сьогодні страшенна спека, плюс 30, так? І саме в таких умовах я хочу протестувати матуючий крем від Ольги Метельської. Зараз на мені мій звичайний макіяж. Ми йшли десь хвилин скільки? 20? Ну, 20-25. Так що, я блищу? Ну, чесно. Ні, не блістиш, але ти все одно блістяча жінка. А, відповідь правильна. Ходімо. Джентльмени, Андрій. Що ж, сподіваюся, що матуючий крем від Ольги Метельської таки вирішить цю проблему. Будемо тестувати. Тестуємо спочатку на руці, щоб не було ніякої алергії. Витираємо мій звичайний макіяж. Тепер беремо тонік, освіжаємо обличчя по масажним лініям. Навіть Діану в мене, знаєш, що треба по масажним лініям змивати макіяж. У жінки це, мабуть, на генетичному рівні записано. Богиня. Так, а тепер найголовніше – кремчик. Мені аж самі так цікаво. Найголовніше – це Т-зона. Треба зачекати хвилин 10 і можна перевіряти його на міцність. Як будемо перевіряти? Якісь екстремальні умови потрібні. Не, це не буде сьогодні. Ну що, 10 хвилин пройшло. Як бачите, моя шкіра не блищить. Але це не дивно, тому що ми просто сидимо. Зараз будемо випробувати. Я готова на бадмінтон, на волейбол, що ще? Ну, фрізбі, може бути. І я думаю, що не устоїть він по-любому. Ходімо. І що? І що? Блищу? Таке. А ну. Не знаю. Серйозно, кажи, не може бути. Блищу? Ну, посмотри. Та ну тебе, жартівник. Боже, це ж треба. Що ми з Андрієм тільки не робили за ці години? Пітніли, розважалися, бігали. А моє обличчя, таке враження, що я щойно зробила макіяж. Ніколи не думала, що домашній матуючий крем вирішить цю проблему. Мені терміново потрібен його рецепт.
Слухай, ну ти даєш. Це екстремальні умови для матуючого крема. І він витримав. Ми хочемо знати рецепт. Негайно, будь ласочка, будь ласочка. Ну, хорошо. Нам понадобится 6 ингредиентов. Они достаточно доступны. Угу. Итак, первое – это эмульсионный воск. Он продается в интернет-магазинах. И основное его качество – это связь воды и масла для того, чтобы получился именно нам крем либо молочко, что мы там задумали. Итак, берем одну чайную ложку. Я выбачаюсь, а на это не якась химия? Нет, это 100% натуральный эмульсионный воск. А сколько коштует этот ингредиент? 25 грамм в районе 40 гривен. Одна чайная ложка – это меньше, чем 5 гривен. Угу. Следующее. Мы берем цинковую мазь, либо цинковую пасту, которую мы покупаем. Абсолютно верно. То есть вполне доступный ингредиент. Нам понадобится тоже примерно одна чайная ложка. А це, до речі, парова чи водяна? Это водяная, потому что мисочка стоит в воде, и благодаря этому процесс таяния происходит гораздо быстрее. Цинковая мазь нам нужна для того, чтобы кожа стала более ровная. Оксид цинка очень хорошо матирует кожу. Для летнего крема это просто необходимо. Более того, цинковая мазь, нет ограничения по возрасту. Следующее. Масло календулы, которое мы тоже покупаем в аптеке. Одна чайная ложка. Обладает антисептическими, регенерирующими свойствами. И это масло прекрасно разглаживает кожу, смягчает и омолаживает. Ну, чудово. Тобто, це не тільки матуючий крем, а ще й догляд за шкірою. Да. Вот такой вот комплекс. И следующее – это масло виноградных косточек. Вот. Оно прекрасно впитывается, не оставляет жирных следов. Нам понадобится пол чайной ложки. Действует и на внутриклеточный обмен кожи. Кожа становится более молодой и здоровой. Вот сейчас буквально парочку минут, и у нас все ингредиенты растопятся до однородного состояния. Чудово. Олю, так. А як ти визначилася зі складом цього крему? Це експерименти, чи хтось тобі передав цей рецепт? У мене є група в соціальних сетях, де ми обмінюємося рецептами. Угу. Потім рецепт був усовершенствован, доработан, перевірений. Молодець. І в нас вже інгредієнти розтопилися усі. Да. Чудово. Нам потрібно підготувати поки водну фазу. Нам понадобиться. Довір, будь ласка, це зробити Лілі. Можна? Ну, так це ж для тебе. Вот смотри, отвар тысячелистика. 2 столовые ложки. Давай. А это какая концентрация, как ты его? Это берем одну чайную ложку тысячелистника, заливаем примерно 50 миллилитров кипятка и даем постоять 30-40 минут, после чего процеживаем. Настой тысячелистника обладает очень хорошими вяжущими свойствами, матирующими, и нормализация работы сальных желез – это как раз к настою тысячелистника. Следующее – это экстракт иван-чая. Настой либо покупаем в аптеке, либо можем сделать самостоятельно. Для получения экстракта мы заливаем сухие листья спиртовым настоем 40% и даем настоять около 2 недель в прохладном темном месте. Он еще служит дополнительным консервантом для крема. Угу. Перемешиваем это все и в крем. До речи, про настой – это главный спогад моего весілля. Яке было первое, это было очень давно. Свідок, такий, знаешь, очень енергійний. Есть такая традиция – взять черевичок нареченою, поставить туда склянку с горілкою и выпить. И он так бадьоро поставил, выпив. І впав. І більше ми його не бачили. І стільки років минуло, а я пригадую це з весілля. Потім бачила. Потім, ну, взагалі він вижив. А твої спогади про весілля? Бо про весілля нашої красуні ми всі знаємо. Для кого не секрет? В прямому ефірі. У меня таких ярких впечатлений не было. Моя свадьба, она была в обычной школьной столовой. Но у нас там было, наверное, человек 100-120. О, то есть достаточно хорошо. Угу. Моя свекровь работала тогда учителем в школе. Так. На нашей свадьбе гуляла вся кафедра иностранного языка. Педагоги. И самое такое вот яркое воспоминание, это как вся кафедра пела «Бесаме мучо». «Бесаме, бесаме мучо». Отак, да. Пригадала зараз? Да. Круто. Так, повертаємося до крему. Снімаємо. Бо бесаме, бесаме. Розійшлася. Дівчатки, беремо вінчик, так. Починаємо взбивати. Ти бачила?
Класс. Это миксер. И аккуратненько вливаем в настой. Оля, у Лілі такого немає пристрою. І взагалі у більшості жінок немає. Чи можна вручну, як можна, то кажуть, виделкою? Можна, але буде дольшина. Прошу, збиваємо. О, все. Таке враження, як дитячі. А ця штучка дорога? Стоїть в районі 120 гривень. А скажи, будь ласка, саме в гарячому вигляді треба збивати, так? І набуває консистенції крем. Ми його приміняємо після того, як ми очистили кожу, після того, як ми її протонізували, либо тонік, либо отвар трав по типу кожи. Після цього чистимо руками, беремо небольшое количество крема, наносимо на пучки пальчиків і розподіляємо акуратненько наш крем по всьому лицю. Тобто як звичайний крем? Да. Навколо очі? Там воно просто не нужно. Да. Это не крем под глаза, это крем по уходу за лицом. Розподілили і потім нежними масажними движеннями по масажним лініям, вот так вот ми розподіляємо крем по всьому лицу. Ти показуєш, як робити, а я вже відчуваю насолоду. Оці пальчики. Зробили. Як зберігати його? Хранити ми можемо його в холодильнике до 3 тижнів, либо на прикроватній тумбочці, так, щоб температура поміщення була не більше, ніж 25 градусів, где-то в районі 2 тижнів. Діло в тому, що в кремі нету особих консервантів, тому він довго храниться не може. І ще трішки про гроші. Ми сказали, що дешевше, ніж магазинний. Давай по цінах. Для того, щоб закупити абсолютно от всі от інгредієнти, нам понадобиться в районі 70 гривень. 50 грам хорошого матіруючого крема – це 350 гривень. Мінімум. Красуня задоволена, результат ідеальний, в нас є рецепт. Я тобі вдячна, Олечка. Я думаю, що всі дівчата, хто стикається з цією проблемою, будуть просто вдячні тобі, тому що він справді працює. І насолоджуйтеся літом разом з нами. Дякую дуже за зустріч. Я йду, така красива, а мужики падають, як в тому фільмі, і штабелями укладаються. Тоже так хотите? Буквально сейчас Тимур Мазур даст уникальный комплекс упражнений для того, чтобы сделать ваши ягодицы идеальными. Тимур! Наша встреча произошла благодаря очень интересному письму, которое я получила от двух наших зрительниц. Они работают стюардессами. Супер, профессия обязывает девушек быть идеальными во всем, а значит находиться в отличной форме. В письме они написали, что очень хотят подтянуть ягодицы, но делать утомительные упражнения с прыжками, приседаниями после тяжелого рабочего дня и перелетов девушки просто не в силах. На помощь, сказала я Тимуру, и вот он здесь. Я здесь, да, спасибо тебе большое. Моя жена Светлана, у нее такая же проблема. У нее тоже были плоские ягодицы? Да. И специально для нее я взял и разработал суперкомплекс, который состоит из 5 упражнений. Он прекрасно работает, она сегодня в прекрасной форме. После выполнения этих упражнений происходит укрепление этих проблемных мест. А я порекомендовал эти упражнения девочкам. И мне интересно, где же эти девочки? В течение 2 недель эти стюардессы выполняли упражнения, а сегодня, как говорится, прилетели к нам. Встречайте! Анна и Валентина! Прямо в форме! Извините, пожалуйста, за опоздание. Мы только с аэропорта, наш самолет только сел. Проходите, пожалуйста. Очень рады вас видеть. Какие вы красивые. Ну, настроение хорошее, я так конечно, думаю. Конечно, конечно. Что упражнениями вы довольны? Да, конечно. Повлияло на фигуру прекрасно. У меня подтянулась попа, у меня стали стройнее ноги. Валечка, а вы? У меня тоже сразу же был виден эффект. И было видно по фигуре, что форма легла отлично. И девушки в течение 2 недель регулярно выполняли эти упражнения. Так что мы надеемся и на визуальный эффект. Давайте же посмотрим. Это фигура Анны 2 недели назад, до выполнения комплекса. А так она выглядит сейчас. Попа подтянулась и увеличилась на 3 сантиметра. А вот так изменились формы Валентины. Я добавила себе 2 сантиметра. Невероятно! Нам очень хотелось бы, чтобы вы сегодня показали, как вы делаете упражнения. А что вы собираетесь делать? Тимур, вы не могли бы мне помочь? Раздеваться? Ах, вот оно что! Ух ты! О, стюардессы дают! Браво! Боже, я сегодня узнала, что у стюардесс в чемоданчиках!
Карима для тренировки и кроссовки. Ну и, конечно, помимо тренировки этого уникального комплекса для упругих ягодиц, я сегодня постараюсь разузнать все профессиональные секреты представительниц этой славной профессии. Я покажу несколько упражнений замечательных, и в каждом из которых нужно выполнять 3 подхода, и в каждом подходе 15 повторений. Первое упражнение. Становимся в позицию. Позиция на четвереньки. Упираемся на локти, спиночку держим параллельно полу, и ножку поднимаем максимально вверх. Раз. Задержали на секундочку. Ягодичку напрягаем максимально. Максимально высоко поднимаем. Медленно опускаем. Вдох. Выдох, как бы ударяем в потолок. Вдох. Выдох. Ударили, задержали. Вдох. Ошибка, если мы делаем вот такие. Раз и возвращаем быстро, да? Тогда минимизируется нагрузка. Нам нужно четко чувствовать, что работает. Раз, подняли. Задержали максимально, ягодичка напряженная. Вдох. 15 повторений. Молодцы. И следующая ножка. Раз, один. Задержали. Вдох. Два. Вдох. На выдохе. Три. Резче поднимаем. Вдох. Ну, конечно же, улыбка. Это самый лучший допинг. Конечно, я думаю, что ваши домашние тренировки, когда вы стремились достичь результата, были более напряженными, чем наши сегодняшние. Мы просто показываем упражнения и узнаем секреты профессии стюардессы. Существует прям несколько мифов. Ну, например, я часто слышала, что стюардесса каждая мечтает выйти замуж за командира экипажа, главного пилота. Ну? Кто из вас замужем за пилотом? Нет. Нет? Неужели это миф? Но это частично миф. Дело в том, что создать семью, когда вы оба в небе, это очень тяжело, потому что постоянные отъезды обеих супругов, это как бы не укрепляет отношения. Ну да, вообще. Поэтому в гражданской авиации, конечно же, есть случаи семейных связей, но они очень редки. Тогда второй миф. Раз уж пилот свободен, ну в смысле, что стюардесса на него не претендует, то можно ли каким-то образом попасть в кабину пилота? Я слышала, что если чуть-чуть заплатить, то можно зайти и посмотреть, что там творится. Это же так интересно. Наденька, вы знаете, я часто сталкивалась с такой ситуацией, причем очень часто пассажиры без прелюдии по поводу дня рождения своего ребенка просто подходили и спрашивали, а сколько стоит, чтобы попасть в кабину пилота? И? Это категорически запрещено. Запрещено. Вход только членам экипажа. Понабирались мы из кино всяких мифов, да? А правда, что вот рекомендуют всем стюардессам и вообще сотрудникам самолета есть практически килограммами шоколад, и прямо выдают это туда в полет? Шоколад? Вам выдают, да? Шоколад? Конечно, обязательно. Да, выдают. Какая сложная профессия. Из-за вредности нашей профессии мы вынуждены кушать шоколад. Ну, во-первых, межатлантические перелеты, перепады давления, все-таки это нагрузка на сердце идет, овощи, шоколад, это в обязательном порядке. Слушайте, ну тогда удивительно, вы в такой прекрасной форме. Стройненькие? Конечно. Ну, конечно. Мы стараемся. Застрянешь между рядами. Будем дальше тренироваться. Второе упражнение. Мы также становимся на четвереньки. Спиночка параллельно полу. Упираемся на ладошечки, на коленочки. И одну ножку выводим в сторону. Согнута коленочка, да? Максимально. Насколько позволяет ваша растяжка. И выпрямляем ножку. Раз. Параллельно полу. Задержали на секундочку. Вернули в исходное положение. Поднимаем. Выпрямляем. Сгибаем. Вернулись. Замечательное упражнение. Оно настолько многофункциональное и настолько многоплановое, что здесь работает практически все. Большая ягодичная, суставчики, все связочки и следующая ножка у нас. Раз. Вы, наверное, столько иногда терпите от пассажиров, что хочется вот так вот сделать. Только взглядом. Да, я иногда удивляюсь самообладанию стюардесс. Я понимаю, что это профессиональное качество, требование. Но все-таки бывали ли ситуации, когда вам было настолько смешно, что невозможно было не рассмеяться? О! Аня сразу кого-то вспомнила. Боже, я даже не знаю, такой рассказывать или нет. Обязательно. После посадки, когда пассажиры выходят, приходит уборка на самолет. Мы запрещаем после посадки ходить пассажирам в туалет. Но девушка очень сильно просила под мою ответственность. Это значило, что после нее я должна была полностью все проверить на безопасность, чтобы она ничего там не оставила. А, да-да-да. Я ей говорю, хорошо, зайдите, только, пожалуйста, не трогайте пакет, он для уборки. Она выходит с пакетом в руках. Она туда побежала! Да. И девушка, а куда его деть? Я не понимаю, что мне делать. Ее муж, ты такой... Это, наверное, из серии тех пассажиров, которые думают, что в самолете, так же, как в поезде, все падает вниз. И потом разбрызгивается по атмосфере и не долетает. А поскольку самолет уже сел, то это просто... Нет, у нас обязательно в самолете есть приемный бак. Ну что же, упражнение... Да, третье упражнение. Мы ложимся на животики. Вот так, аккуратненько. Ручки вперед. И поднимаем ножку максимально высоко. Прямо ножку правую. Раз, поднимаем.
опустили. Снова левую поднимаем, опустили. В идеале поднимать и левую ручку с правой ножкой, а правую ручку с левой ножкой. В таком случае работают не только ягодички, а еще подключается спинка. Поехали, пробуем. Оп, правая ручка, левая ножка. Опустили. Снова правая ручка, левая ножка. Опустили. А стюарты есть стюарты, или да. только стюардесс? Ну, действительно. Конечно. Ну, не так много, как хотелось бы. Конечно. Есть. Хорошее упражнение. Поднимаемся. Чувствуется, что попа напряглась, а ножки, в принципе, ну, не так устали, да, как обычно? Конечно. Да. Я еще рекомендую, друзья, после каждого из упражнений мы поднимаем ножки вверх, чтобы кровь спустилась вниз, да, легкость почувствовать. Ой, очень многие считают, что стюардессы – это просто прекрасные феи, и стать стюардессой очень сложно, попасть туда невозможно. Знаете, Наденька, на самом деле это уже миф, потому что в основном у соискателя требования два из самых главных – это хорошее здоровье и хорошее психологическое состояние твое, потому что если ты даже ты будешь красавицей, но вредной и владеющей несколькими языками, но с неуравновешенной нервной системой, ты стюардессой никогда не станешь. Ну что ж, давайте сделаем упражнение. Да, поехали. Нам для этого понадобятся стулочки. Сегодня не вы, знаете, ухаживаете за пассажирами в полете, а мы за вами. Ой, так приятно. А вы только рассказываете нам. Да, это действительно бальзам на душу. А, наверное, когда вы отправляетесь в качестве пассажира в полет, то вы контролируете, вам говорят, ой, эта стюардесса что-то не то сделала. Я, например, невыносимый пассажир. Правда? А ведь могла бы посочувствовать коллегам, Аня. Ну, я над ними не издеваюсь, но я очень придирчивая. Я смотрю, действительно, улыбаются она или нет, какой сервис на самолете, как они встречают. Но самое первое, я даже от себя не ожидала, я всегда летала уже своими самолетами, а тут я полетела отдыхать в другой авиакомпании. Я, оказывается, нервничаю. Я пробежалась по всему самолету, проверила все аварийные выходы, как они открываются, все ли там в порядке, только потом заняла свое место. Ложимся, кладем наши ножки на стульчик, икры наши должны касаться полностью стульчика, поднимаем ягодички попу вверх до уровня стула, если получается выше, то поднимаем выше, так как очень важно, чтобы было полное напряжение ягодиц. Кладем ручки вдоль тела, правильно, и поднимаем на выдохе. Опа, выдох, фух, задержали, вдох, медленно опуска. Выдох, опа, задержали, вдох, выдох. Полностью выдыхаем, вдох, не задерживаем дыхание. Выдох, фух, и 15 повторений. Валя, а на что хватает помимо профессии времени? Может быть, какие-то увлечения, хобби или просто отдыхать? На самом деле, лишь бы поспать. Правда? Отдохнуть перед следующим рейсом, потому что вот эта смена часовых поясов, она очень влияет на организм. И часто ты приходишь домой, ты вот так вот ложишься на кровать и засыпаешь. То есть в основном весь отдых – это сон. Ну и, конечно же, семья. А вы замужем, девчонки? Я да. Я нет. Валечка, а муж кто по профессии? Муж совсем не связан с авиацией. И как он относится вот к твоим постоянным отсутствиям и то, что дома ты в основном спишь, как ну, маленький котенок? Как бы поначалу было очень сложно. Мы притирались друг к другу где-то год. А потом как бы все утихло, ревность прошла. Спасибо огромное! Столько интересного всего услышали. Ой, я не помню, у нас еще упражнение есть? Пятое упражнение. Мы ложимся с вами на спиночки. А я буду вас контролировать на этот раз, да, чтобы все было четко, потому что я-то умею это делать. Поднимаем ножки высоко и медленно в стороны разводим. Медленно, не роняем. Вдох. 5 секундочек задержали и сводим, ускоряясь. Опа, остановили, задержали. Снова вдох, медленно разводим. На 5 секундочек задержали. И с ускорением, опа, сводим, задержали. И работают приводящие мышцы ног и животик в том числе. Как бонус. Чувствуете приводящие мышцы ног? О, да. Да. Молодцы. 3 подхода по 15 повторений. Чувствуется, что упражнения эффективные. Я просто в восторге. Тимур, спасибо вам за эти упражнения. Спасибо вам большое за такие чудесные результаты. Спасибо. Зубная щетка может быть очень полезна для ваших ногтей. Прямо сейчас мы с моими подругами протестируем топ-3 метода из интернета, как снять лак с ногтей без ацетона и даже с пользой. Встречайте! Анна Гуарана, Виктория Клипина и Олечка Метельская. Передайте, пожалуйста, зубную щетку тому, кто будет ею пользоваться. Об этом удивительном способе вы узнаете чуть позже. Сегодня я вообще без маникюра, потому что уже не наношу лак на ногти. Посмотрите, они повреждены.
Ногти слоятся, и я так думаю, что это из-за того, что я увлеклась разными лаками. А снимаю средством с ацетоном. Від постійного впливу ацетону нігті стають ламкими та розшаровуються. Ацетон швидко випаровується, внаслідок чого ніготь пересушується і жовтіє. Ну ти мене удивила, Олечка. Я даже не представляла, що именно у тебя есть такая проблема. Ну ж кто-кто, а ти? Ну да, Наденька, к сожалению, проблема такая есть. Ну, я, конечно же, как профессионал, прекрасно понимала, к чему это может привести. Но лето, и я все-таки девочка прежде всего, и мне очень хотелось красивые яркие ногти. Ну, и как в результате я получила вот такую проблему. И ты знаешь, я заметила, что мои ногти, скажем так, не в идеальном состоянии. Даже вот хочу сказать, вот после красного и темно-фиолетового лака они стали с какой-то желтизной. Я теж фанатка яркого манікюру, мені дуже подобаються кольорові лаки. Я просто обожнюю синій, це мій найулюбленіший. І ваша проблема мені дуже знайома. Сейчас же лето, у нас разноцветные платья, красивые наряды. І нова прическа у Анни. У мене нова прическа, очень летняя. І, звісно ж, нам хочеться постійно міняти цвіт своєго лака на ногтях. І, звісно ж, хочеться, щоб він був максимально, ну, мені хочеться, щоб він був максимально ярким. Мені прям нравятся какие-то такие тона вырви глаз. Да, у меня тоже вот прямо, я вижу, как испортились ногти, ногти начали слоиться. Ну а чтобы решить эту проблему, мои подруги будут использовать каждая свой метод для снятия лака с ногтей без ацетона. Я хочу разобраться, какой же метод окажется самым эффективным, безопасным, а возможно даже и полезным для ногтей, чтобы дальше им пользоваться. Потому что в таком состоянии мои ногти, честно говоря, давно не были. Итак, начнем. Нужно накрасить ногти для того, чтобы лак подсох, а потом мы уже доказали, что этот метод работает. А то на словах-то работает все. Ну, хорошо. Для чистоты эксперимента сегодня я предложила девушкам одинаковый лак и по качеству, и по цвету, для того, чтобы в одинаковых условиях они им пользовались и через одинаковое время протестировали свое средство. Ну, дуже гарный лак. Мені сподобався. Заберу собі. Цвіт красивий, колірлітній. Несмотря на те, що у нас пишуть іноді на етикетці, що це жидкість для зняття лака без ацетона, там, якщо вчитатися в состав, там є растворитель. І я думаю, що якраз причина того, чому вийшла така біда з моїми ногтями, це і є проблема растворителей. І так, зараз ми будемо тестувати способи. Лак уже висох. Да. И, собственно говоря, вы можете использовать каждый свой способ. Можно начать с меня. Давай. Мы перекись разбавляем теплой водички в пропорции 2 к 1. То есть 2 чайные ложки перекиси и 1 чайная ложка тепленькой водички. Перемешали. В принципе, и пока что не сложно абсолютно. Взяли кусочек ватного диска. Я выбираю так, чтобы это был действительно небольшой кусочек. Так, чтобы он покрывал только ногтевую пластину. Лишнего желательно, чтобы не захватывало. Еще лишнее на ней. Ну да, чтобы не влияло на кожу. Да. Теперь обычная пищевая фольга. Отрываем кусочек. Давай я тебе сделаю. Просто заворачиваем. И... как конфетку. Это так долго прямо. Я бы уже все ногти постирала. Ну, у каждого метода есть плюсы и минусы. Но, может быть, это будет самым эффективным. Вот сейчас и посмотрим. Раз. И замотали. И сколько по времени нужно ходить так? 10-15 минут. Угу. Хорошо. Неудобно, что нельзя по мобильному телефону разговаривать. Отдыхай. Вот единственное. Вика, да. Давай ты. Я покажу свій спосіб. Для цього мені потрібен білий винний оцет, 100 мл. А яблуневий можна брати? Давайте запитаємося Олю. Мені кажется, що можна. Єдине, щоб уксус був світлий. Тому що якщо у нас він буде темний, вот, наприклад, то окраситься ногтевая пластина. Вот это вот единственное. І одна чайна ложечка лимонного соку. На 10 хвилин я замочую манікюр і потім знімаю все бумажним рушничком. У мене таке відчуття, що вони укріплюються одразу. Це не мов би догляд за нігтями, да. А не лише засіб для зняття лаку. Але виникає питання, чи не шкодить кислота, яка є у оцті, доволі концентрована нігтям? Ні, Надя, абсолютно не вредит. Діло в тому, що в состав винного уксуса білого, який, кстати, використовується отлично в косметології, входять такі кислоти, как уксусное, винное, молочное. Сильно оно не вредит нашему липидному слою. Если у нас очень сухая, пересушенная кожа, можем перед началом процедуры просто втереть хороший жирный крем, либо масло
В область около ногтевой пластины. Нет, девочки, хочу сказать, что мой способ самый легкий, потому что для ваших способов специально нужно бежать покупать эти уксусы всякие там или еще что-то. Да ладно, дома есть. Нет, нет. Вот я бы специально бежала. Так, а что ж у тебя есть? Зубная щетка. И зубная паста есть у каждого дома. Тем более, если вы едете куда-то в путешествие, то как бы баночки с уксусом и всякими растворителями или еще с чем-то вот с собой не повезешь. Вот тут соглашусь, да? А зубную пасту мы же везем с собой постоянно. Но нужно обязательно зубную пасту белую покупать, белого цвета. Я беру зубную щетку и наношу зубную пасту, обязательно белого цвета, таким хорошим слоем на ноготь и хорошо-хорошо их вытираю. А не получится, что ты навредишь ногтевой пластине? Просто расцарапаешь? Нет, наоборот. Зубная щетка на самом деле мягенькая, и я даже немножко шлифую ногтевую пластинку. И она такая ровная остается, очень гладенькая, еще и с блеском. Но щеточку желательно брать какой-то средней жесткости или мягенькую, ну, чтобы действительно не повредить ногтевую пластинку. Угу. Я нашла минус в цьому способі. Поки я замочую одну руку, я можу випити чашечку кави. А ось ти не можеш. А я можу пританцовувати. Ти ще скажи, що ти можеш тістечку з'їсти. Звичайно. 2 минути пройшло. Анечка? Ну вот, в течение 2 минут я терла. Действительно, метод работает. И тут немножко осталось красного лака, но я думаю, если активненько тереть, то все получится, все полностью снимется. Удивительно, но зубная щетка помогла! Тут вам и массаж, тут вам и никакого вреда для поверхности ногтей. Какой прекрасный способ. И довольно быстро. Через 5 минут посмотрим результаты 2 других способов. Итак, время показывать результаты. Оля или Вика, кто? Я. Давай. Бо я вже бачу, що в мене лак, дивіться, трішки вже... відходить. Так, зараз будемо витирати. І пальці не пошкоджені, і просто знімаємо серветкою. Якісь там загадкові рухи ти робиш? Лак знімається, але якщо ви коли-небудь використовували гель-лак, то такими... Слоями він знімається, так, мабуть? Ну, як пластиночки уходять. Такою, так, да, пластиною. Бачите? Угу, смужечки просто. Так. Да. Тобто ми таким чином змінили якось структуру цього лаку? Він розм'як. Угу. І відокремили трішки його від нігтя. І зараз просто дуже знімаємо... дуже просто, насправді. Оленька? Ну, у меня снимать все очень просто, только раз и выходит. А вот дальше то же самое, что девочкам, да? Вот оно тоже размягчается. И вот таким вот аккуратненьким способом потом это все мы снимаем, 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 оно аккуратненько откатывается. Итак, оценив методы по 4 показателям – стоимость, скорость, доступность и эффективность – видим, что наиболее приемлемым является 3-й метод с использованием зубной пасты. Хотя вам решать. И таким образом мои подруги подтвердили, что можно любым из этих способов снять лак с ногтей без вреда для ногтевой пластины. Спасибо вам огромное! Спасибо! Моя сегодняшняя гостья Светлана Вовченко. Наша зрительница избавилась от 37 лишних килограммов за 9 месяцев. И сегодня она готова поделиться своим опытом. А понадобится вам то, что есть фактически в каждом доме. Приветствуйте. Света, здравствуй. Привет, дорогая. Рада тебя видеть. Взаимно. И благодарна тебе за то, что ты написала. Света обратилась на наши страницы в социальных сетях и сказала о том, что готова поделиться своей личной историей. А результат настолько великолепный, что, конечно, мы заинтересовались. И вот ты здесь. Спасибо, что пришла. Спасибо большое, что пригласили, Наденька. Вы знаете, еще 2 года назад вы меня просто не узнали. Я весила более 100 килограмм. Когда мне было 19 лет, я весила около 70 килограмм. И мне вот настолько хотелось избавиться, ну, хотя бы вот 7 килограмм. Лето, пляж, сама понимаешь. И мне подруга посоветовала таблеточки для похудения. Я, будучи маленькой, глупенькой девочкой, купила их. И да, действительно, о чудо, за месяц я сбросила 7 килограмм. Так. Но через полгода я стала на весы и просто ужаснулась. Я кошмар. Дошла до 100 килограмм. Конечно, вот вам ужас. Легкое похудение, но и, собственно, его результат. Последней каплей была моя поездка за границу. Я набрала еще 2 килограмма. И на стойке регистрации мне сказали, что, дорогая моя, извините, но вам придется покупать 2-й билет. Это ужас какой-то. Да, я прилетела в Киев, собственно, и уже сразу же решила четко, что все, я иду в зал, и я начинаю худеть. Угу. Худеть правильно, худеть здорово и навсегда.
37 килограммов за 9 месяцев. Конечно, нам нужно знать, какие упражнения помогли тебе это сделать. Надюш, я с удовольствием вам продемонстрирую эти упражнения. Собственно, для этого я сюда и пришла. Но перед тем, как мы будем выполнять упражнения, нам обязательно нужно сделать разминку. Мы много вариантов разминок показывали, поэтому если вы не можете определиться, заходите на наш сайт, на наш канал на YouTube, и вы, конечно, найдете ту разминку, которая подойдет именно вам. Приступаем к выполнению основного комплекса. Давай. Каждое из представленных упражнений нужно сделать по 3 подхода. Для начала, для первого упражнения нам понадобятся гантели. Отлично. Берем гантельки? Да. Весом по 1 килограмму. Конечно, мы говорили о том, что то, что понадобится для упражнений, есть в любом доме, но вдруг в вашем доме нет гантелей. Нам великолепно подойдут пластиковые бутылки, наполненные водой, либо же мокрым песком. Либо котики по 1 килограмму. Итак, исходное положение. Правую ногу мы выставляем вперед. Спину мы стараемся держать прямо. Руки у нас свободные. Висят. И делаем приседание на правую ногу. Выполняя это упражнение, мы должны держать спину прямо и следить за дыханием. Таких упражнений нам понадобится сделать по 15 раз на каждую ногу. Закончили. Нам нужно сделать 3 таких подхода на вторую ногу. Не забываем держать нашу спинку прямо и максимально глубоко проседаем. Конечно, важно, как поддерживают родные в таком сложном процессе, как избавление от лишнего веса. Как твои близкие реагировали? А, Надь, ты знаешь, когда я начала худеть, мои подружки сразу: «А, ты худеть? Да ладно, ну давай попробуем». Да. Угу. Именно по этой причине я пересмотрела круг своих близких людей. Так. Да, из всех подружек у меня осталось только 2 человека. Я избавилась от всего лишнего. Правда? Да. Мой молодой человек изначально думал: ну ладно, полненькая. Но затем он начал переживать за мое здоровье. Угу. Говорит: Света, ну как-то надо исправлять ситуацию, потому что это плохо в первую очередь для тебя. Когда мы с ним познакомились, я весила 62 килограмма. А, и ты при нем уже так поправилась резко, да? Да. Любимый сюрприз. Конечно. Поэтому он тебя в процессе похудения поддержал. Конечно, поддержал, так как он бывший спортсмен, он кикбоксер, он итальянец. И одной из мотиваций было: если ты хочешь прилететь ко мне в Италию, угу, ну будь добра, ну скинь 10 килограмм. Ну да, чтобы не покупать 2 билета на самолет. Конечно. Продолжаем, а то мы немножко взгрустнем, потом занимаемся. Предлагаю перейти ко второму упражнению. Давай. Исходное положение у нас в упор лежа на коленях. Руки чуть-чуть шире плеч. Стараемся напрягать все мышцы. Голова смотрит вверх, тело прямо, и мы начинаем прогибаться. При этом стараясь коснуться грудью пола. Максимально при этом напрягая мышцы груди. Делаем таких 15 отжиманий по 3 подхода. Помимо правильных упражнений, конечно, есть еще секреты похудения. Конечно. Готова ли ты угадать, что из этих предметов помогло мне похудеть? Так, фотоаппарат, телевизор и фен. Может быть, телевизор? Может быть, ты смотрела комплексы упражнений и научилась делать еще упражнения? Хотя нет, мы же не об упражнениях. Я не знаю. Давай самое необычное. Пусть это будет фен. А вот и нет. Ты не угадала. Это фотоаппарат. Даже и не предполагала. А как он помог? Когда мне хотелось кушать, когда я чувствовала дискомфорт, я брала фотоаппарат и шла фотографировать. Здорово. А что ты фотографировала? Я фотографировала пейзажи, я фотографировала людей, фотографировала одну единственную свою подругу, которая осталась в процессе похудения. Было 2, потом уже даже 1 осталась. К сожалению, так бывает. Ну вот, потому что надо поддерживать подруг, когда они худеют, а не говорить: ты не сможешь, ты не сможешь. И на самом деле еще нужно правильно подбирать свой круг общения. Угу. Чтобы девочки не соблазняли вас и не смеялись над вами, когда вы полная. Пусть над собой смеются. И третье упражнение называется боксер. Это, наверное, тебе твой молодой человек показал. Кикбоксер. Да, он мне посоветовал. Берем в руки гантели. Исходное положение у нас стоя. Одна нога немножечко впереди, вторая сзади. Руки у подбородка. Делаем удар кулака вперед, не разгибая полностью руку в локте. И делаем это интенсивно. Выполняем таких упражнений по 10 раз на каждую руку. Меняем ноги и усложняем. Как? Это упражнение можно делать 2 руками поочередно. Поехали? Давай. Начнем с правой. Интенсивно. Просто Оля Метельская нам когда-то показывала этот комплекс упражнений, такой эффективный, и мышцы груди подтягивает тоже. И косые мышцы живота. Потом можно лифчик без бретелек носить. Что же нам еще из того, что есть дома, пригодится для этих тренировок? Я предлагаю тебе угадать. Давай. Тарелка, стакан и бутылка. Я думаю, что это стакан, и нужно много пить. Безусловно, пить – это очень важно.
Но стакан в данном случае играет немножечко другую роль. Да. Для худеющего человека разовый прием пищи должен составлять 200-250 грамм. То есть речь не о воде, а о еде? Да, еду меряем стаканами. Угу. Очень удобно. Предлагаю перейти к нашему четвертому упражнению. Давай. Исходное положение стоя. Колени наши будут немножечко полусогнуты. Да. Руки на уровне груди. И начинаем прыгать в стороны. По 10 прыжков в каждую сторону. Не прыгайте слишком высоко. А ты уже достигла того результата, на который была нацелена, или будешь продолжать еще худеть? А, нет, Надя, я не достигла того результата. Я буду подтягивать свое тело, и я буду становиться все лучше и лучше за счет занятий спортом. Но у нас есть еще пятое упражнение. Это растяжка. Садимся на коврик. Носочки смотрят на нас. Тянемся к каждому носочку. По 20 секунд. К другой ножке и посерединке. Следующее наше упражнение. Мы сгибаем правую ногу и ставим ее за колено левой ноги. И делаем повороты корпуса в правую и в левую сторону. 10 секунд. И теперь меняем стороны. Поворот нужно обязательно делать на выдохе. Завершаем наш комплекс упражнений еще одной растяжкой. Ложимся на живот. И корпусом тянемся вперед. Смотрим при этом в небо, вверх. Пока мы заканчиваем нашу тренировку, я хочу рассказать тебе еще один секрет. Встаем. Перед тобой три предмета. Угу. Какой из них мне помогает больше всего худеть? Наверное, шампунь для волос. А вот и нет. Это ополаскиватель для рта. После еды у нас между зубами остаются частички пищи, так, которые вызывают у нас повторный аппетит. После каждого приема пищи мы должны ополаскать рот ополаскивателем, либо же настоем мяты. И приятно, и полезно. Итак, мы узнали все секреты, которые помогли Светлане, а значит, помогут и нам с вами эффективно и легко похудеть. Спасибо тебе огромное. Спасибо удачи тебе за приглашение. Сегодня мы оборудовали здесь стол для быстрых свиданий. И наши кандидаты уже в ожидании встречи. Данный тренинг поможет нам понять, почему некоторые красивые и умные девушки не могут выйти замуж. Ведь в нашей стране уже по традиции считают, если ты не вышла замуж до 30, то дальше у тебя практически нет шансов. Ко мне за помощью обратилась наша зрительница Светлана, дочь которой в 30 лет все еще одинока. Психолог Оксана Зайцева поможет разобраться в этой ситуации и даст дельные советы. Здравствуйте. Здравствуйте. Оксана, насколько часто ты в своей практике сталкивалась с подобной проблемой? Сегодня это самых распространенных вопросов, которые задают девушки и их мамы на консультациях. Светлана, ну расскажите, почему вас беспокоит состояние вашей дочери? Я так понимаю, что ей 30 лет, и она не была замужем. Мою дочь зовут Юлия. У нее высшее образование. Она работала в крупной компании менеджером по персоналу. Очень активная. Занимаемся спортом. Увлекается нумизматикой. Но она встречалась с молодыми людьми или... Она встречалась с молодыми людьми. Все было как бы в порядке. Начала приходить в гости. Но почему-то... Получается, что парни Юлии имеют серьезные намерения вначале даже с вами знакомиться, а потом по какой-то причине исчезают. Да. Угу. Так, давайте попытаемся разобраться. Я показала фотографии вашей очаровательной Юли нескольким мужчинам и пригласила сегодня тех, кому она понравилась, для того, чтобы состоялась встреча. Но предстоит отправиться на эти встречи вам с каждым мужчиной отдельно. Ваша задача – пообщаться с ним, как с потенциальным женихом вашей дочери. Задать вопросы, которые вы считаете нужным, но у вас будет только 3 минуточки на это. Если вы быстрее справитесь, вот, например, за 30 секунд вам уже станет ясно, что этот человек не подходит, вы можете нажимать на звоночек, которым я воспользовалась вначале, и прекращать эту встречу. Готовы? Да. Тогда прошу. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дима. Очень приятно. Меня зовут Светлана Сергеевна. Приятно. Дим, сколько вам лет? Хорошо, что можно напрямую спрашивать. Сколько вам? По паспорту 32. По паспорту? Да. Ну, в душе я чувствую себя немножко моложе. Понятно, Дим. А что вы закончили? Это так важно для замужества. Особенно для рождения детей. Угу. Я закончил техникум. То есть у меня есть среднее образование. И вот сейчас... учусь на третьем курсе в университете Киевском. И какая специальность? Дизайн и конструирование факультет. У вас есть своя квартира? Пока нет. Вы киевлянин? Нет. Ага, жилищные условия. Чем бы вы могли удивить мою дочь?
Наверное, своими качествами мужскими. А, понятно. Видите, дистанцируется сразу, закрывается. И закрылся. Ну надо же. Вы готовы жениться? В принципе, жениться, конечно, готов. Детей? Спрашивает, сглатывать начал слюну. Естественно, да. Ну так и любой бы человек испугался на его месте первые 3 минуты знакомства. Светлана, время заканчивается. И смена мужчин. Спасибо. Очень приятно было. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Светлана Сергеевна. Как зовут вас? Меня зовут Владислав. Владислав, очень приятно. Сколько вам лет, Владислав? Мне 28. Чем вы занимаетесь? А, те же вопросы. Работаю художником-постановщиком, а также у меня есть проекты по маркетингу. По образованию вы маркетолог? Нет, по образованию я психолог. Тоже начинает нервничать. У меня разные направления, я работаю в абсолютно разных сферах. Бедные мужчины. На сегодняшний день вы готовы построить семейные отношения? Серьезные семейные отношения, конечно. А вы уже хотите детей? Да, ну это самое, мне кажется, для мужчин сложный вопрос. Ну сразу для детей, конечно, нет, потому что это нужно какое-то время пожить, узнать друг друга. Да? Я должен почувствовать, что с человеком комфортно. Сейчас он ей устроит. Уже, да, вы же видите, уже он перехватил инициативу. Я увлекаюсь фотографией, я пишу стихи. Вы романтик. Есть такое. Сейчас мама влюбится сама. Он ей симпатичен. Угу. Вы живете один или с родителями? С придыханием. Нет, дочки не подходит. Я приехал сам из Днепропетровска, живу в Киеве уже 2 года. Вы снимаете квартиру? Да, конечно. У вас есть планы на то, чтобы купить жилье? Конечно. В наше время свое жилье очень важно. 3 минуты прошло, я прошу прощения. У нас хороший тогда диалог. Все. Приятно было пообщаться, спасибо. Спасибо. Так, и третья встреча, финальная. Добрый день. Добрый Меня день. Зовут Светлана Сергеевна. Меня зовут Алексей. Очень приятно, Алексей. Сколько вам лет? 31. Чем вы занимаетесь? Я массажист. У вас медицинское образование? Да, я заканчивал колледж. Все-таки это больше похоже на анкету, да? Вы живете один или с семьей? Один. Вы снимаете квартиру? Нет, я киевлянин. Вы киевлянин и живете один? Да. Нашли общий язык. А отпуск где вы проводите? Если честно, я уже не помню, когда у меня отпуск был. Все как-то работа, работа, работа. Там, если есть один день, два, то далеко не уедешь с Киева. Остается 30 секунд. Ну, я поняла. Скажите, пожалуйста, чем бы вы могли удивить мою дочь? Наверное, искренностью, добротой. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Светлана, возвращайтесь к нам. Я думаю, что Оксана услышала достаточно, чтобы сделать выводы и дать советы. Вы ни разу не нажали кнопку звонка раньше времени, то есть никто не показался вам абсолютно неподходящим. Да, у всех свои есть достоинства и недостатки. Поэтому хотелось, естественно, больше пообщаться для того, чтобы полностью узнать человека. Светлана, а как вы думаете, почему предыдущий опыт вашей дочери был негативным? Что тому причиной? Наверное, она не была готова. И поэтому отношения заканчивались ничем. Светлана, когда вы разговаривали с молодыми людьми, я обратила внимание на то, что ваше отношение к ним было слегка предвзято. Вы правы. Каким образом складывались ваши семейные отношения? И росла ли ваша дочь в полноценной семье? Отец принимал участие в воспитании дочери 5 лет. Потом мы разошлись. Для меня это был большой удар. До потери сознания. И я воспитывала дочь одна. Вы вместе с дочерью живете или отдельно? На данный момент да. У меня складывается впечатление, что вы до сих пор храните обиду на вашего мужа, что он недостаточно воспитывал вашу дочь, недостаточно помогал вам. Оксан, это имеет отношение к замужеству Юли? Да, и позже мы в этом разберемся. А как часто вы при дочери говорили о том, что мужчины на них сложно надеяться, от них сложно ожидать помощи. Да, я говорила, потому что обида не ушла, и, наверное, я не простила. До тех пор, пока вы не сможете расстаться с этими чувствами, вам будет очень трудно помочь чем-то дочери. Эту обиду так или иначе вы переносите на отношения дочери и программируете ее на те поступки, через которые проходили сами. Вы не даете вариации для того, чтобы поступить иначе. То есть мама, как говорят в народе, сама отпугивает женихов или настраивает дочь против мужчин? Так что ли получается?
Неосознанно, конечно. Конечно, я понимаю, что не специально. Конечно, но может такое быть. Да. Давайте попробуем разобраться в том, что происходит. И вы поможете не только себе, а еще и многим-многим нашим телезрительницам. Есть простой способ взять листок бумаги и написать письмо вашему мужу. Мама пишет письмо отцу Юле для того, чтобы Юля смогла выйти замуж? Да, Надь. Для того, чтобы мама перестала отыгрывать свои модели поведения на поклонниках и, возможно, на потенциальном муже Юли. Что бы вы сейчас написали своему мужу? Сейчас я тебе скажу то, чего раньше никогда не говорила. Наверное, написала, как тяжело было одной воспитывать ребенка, как тяжело одной, когда ребенок болеет, когда нет никакой поддержки. И написала бы, наверное, большое спасибо за дочь. А что с вами лично сделал такой его поступок? Я стала просто более чувствая и сильная. А почему нужно держать себя в руках из последних сил, как, например, это делаете вы сейчас? Почему нельзя расслабляться? Потому что нет опоры, нет защиты. А вы не устали все время быть опорой себе, родственникам, дочери? Я устала от этого. Скажите, вам поэтому было важно, сколько зарабатывают, какое образование, насколько они самостоятельны? Да, естественно, я хочу, чтобы у моей дочери был нормальный, стабильный брак. При одном маленьком препятствии, они же не отец вашей дочери, а вы ищете замену ее отцу. Да. Когда вы разговаривали с молодыми людьми, вы задавали им таким образом вопросы, что они слегка пугались. Потому что, когда вы говорите о большой их ответственности, он должен хорошо зарабатывать, у него должно быть хорошее образование, вообще у него очень все должно быть. И все должно быть хорошее очень у него. И еще никаких отношений у них не складывалось, а он уже по всем критериям должен. Они же пугаются. И первая их реакция – это встать и убежать. Что вы мне посоветуете? Как вы воспитывали вашу дочь? Какая она в отношениях? Как вам кажется? Она честная в отношениях. Добрая, чувствительная очень. А как вы думаете, ваша дочь Юлия, она бы была за равноценные отношения? Наверное, да. Они в том возрасте, когда могут достичь цели каких-то вдвоем. Она может сподвигать, вдохновлять своего мужчину. И лучше остановиться на вопросах, которые будут раскрывать его личность. Что ты любишь читать? Чем ты занимаешься в свободное время? Легко ли тебе общаться? Что ты любишь? То есть вопросы должны быть очень простые, очень бытовые. И тогда парню будет легче на них отвечать. И уже когда вы разговаривали со вторым молодым человеком, было видно, что он слегка взял инициативу в свои руки. И вам было проще с ним общаться. Да. А что вам второй молодой человек понравился больше других? Ну, как претендент в женихи. На самом деле мне понравился больше третий. Третий? Угу. Вы это умело скрывали. Да. А что вам больше всего в нем понравилось? Наверное, ответственность какая-то. Ну, то, что я, скажем так, наверное, ну, я не знаю, что. А то, что у него есть квартира уже в Киеве, и он, в общем-то, защищен. То есть это тоже повлияло на ваше решение? Да, это хорошо. Угу. А, кстати, подруга Юли рассказала мне о том, что у вас с Юлей прекрасные доверительные отношения, что вы советуетесь, Юля прислушивается к вашему мнению. И что вы даете советы не отдавать всю ласку и заботу, потому что в таком случае мужчина может сесть на шею и ножки свесить, как говорят в народе. Да, да? Ну, действительно, у нее какая-то гиперактивность по заботе к мужчинам. Mm. Естественно, я даю такие советы. Как вы думаете, почему у нее в отношении мужчин гиперопека? Наверное, нерастраченная любовь к мужчине. И может, просто она не знает, как вести себя по-другому? Может быть и так. Но она и не может она знать, и не потому может что знать, не было потому опыта. Что, да, мужчин-то не было. Но тогда получается, что все, кто воспитывался только мамой, не имеют шансов выйти замуж. Уж совсем унылая картина. Ни в коем случае. Есть шансы и очень большие. Пройдя через негативный опыт, женщины начинают понимать не только как надо, но и как не надо. И вследствие этого, что на самом деле нужно делать. Главное не погрузиться вот в это состояние обиды. А к нам сейчас присоединится Юля, дочь Светланы. Встречаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Мы тут о вас говорили с любовью. Юль, скажите, пожалуйста,
когда вы знакомитесь с молодыми людьми? Как у вас возникает быстро вопрос, понравится ли он маме? Минут через 5. Мгновенно. Да, Светлана. Годы тренировки дали о себе знать. Буду что-то с этим делать. А что делать? Отпустить. Что это был за крик души? Я думаю, что все равно на эмоциональном уровне мама меня держит. То есть с мамой было хорошо до 18. Сейчас уже хочется сильное плечо мужчины. До сегодняшнего дня вы занимались дочерью. Когда дочь поедет жить отдельно, она выйдет замуж, чем вы будете заниматься? У меня есть работа, любимая работа. У меня есть друзья. А как вы смотрите на то, чтобы, например, познакомиться с мужчиной? Положительно. Так, может, стоит этим заняться? Возможно, так, да, вы правы. Юль, а вы сможете взять ответственность за свою жизнь на себя? Искать молодого человека сама, без того, чтобы думать о том, понравится ли он маме, открыть свое сердце, открыть свои чувства? Да, готова. И я думаю, что это необходимо для того, чтобы выбор был самый лучший. Вы разговаривали с молодыми людьми. Они все, Юлечка, видели вашу фотографию. Вы им настолько понравились, что они пришли сюда, и они готовы были пройти через собеседование. Они пропущены через мамин детектор. И здесь есть конверты на столе, в которых телефоны этих молодых людей. И фотографии. Угу. И вы, если захотите, вы сможете с ними связаться, и это будет хорошим стартом для начала новой жизни. А мама уже знает, какие вопросы им больше не надо задавать. Спасибо огромное, что вы к нам обратились, потому спасибо, что эта огромное. Проблема достаточно распространенная. Теперь мы уже не считаем, что это проблема. Это задача, которую можно достойно решить, и все будут довольны. Особенно мамы. Спасибо, удачи. Спасибо большое.